Итак, сет номер два. Мы проверяем мышцы, где они крепятся, да? И точечным методом мы их прожимаем. Вот, например, нашли здесь точку крепления, да, вот это воспаленная мышца. Ну, кстати говоря, просто такая небольшая ремарка. Если у человека действительно была грыжа, да, и он сейчас переживает процесс воспаления, то у него воспаляются все окружающие ткани, они все разбухают. В этот момент нельзя эту область массировать. Надо сначала снять болевой синдром, и только после этого человек может обращаться к массажисту. Но в данном случае мы сейчас рассматриваем случай, когда работаем именно с мышцами. Поэтому, какой смысл в этом? Каждая мышца заканчивается сухожилием, да? И, соответственно, кровь с одной стороны идет, либо там с другой стороны идет, да, в эту мышцу. Мы можем проверить, вернее, методом нажатия размассировать либо серединку мышцы, да, то есть где у нее самый такой сгусток кровяной, венозной крови. Ну, как многие говорят, забиты мышцы, что мышцы у меня забиты. От тренировок, например, да. Ну, что такое забиты? Забиты это вот там спазм с кровеносным сгустком, да. Он там как бы вот мешает проходимости нормальной. И, соответственно, вот этот спазм, он может еще давить на нерв. Своей опухлостью он давит, пережимает нервы. Так вот, либо давим на середину, разминая это все, это сейчас я покажу, как будем делать, либо точечным методом давим на начало мышцы. Находим ее начало, и просто у нас получается эффект шланга. То есть мы передавили место поступления крови, да, потом отпустили, и новая хлынувшая кровь, она эту пробку как бы пробивает. Вот таким методом мы проходим все места крепления мышц. Вот, например, здесь, да, на вдохе вдыхаем. И сильно жмем. Нажатие достаточно сделать 10 секунд, не больше. Находим следующую точку, вот тут, например, да, и жмем. Следующую находим. Вот тут, кстати, у женщин очень часто бывает именно вот здесь. Здесь терпимо? Да. Вдох. Отпускаем. Следующую. Ну, так может дойти вот до бедренных уже мышц. И вот место крепления ягодичных мышц, вот где бедро, они идут вот прямо вот до сюда. То есть вот эти вот точки тоже можно проверить. Ну, так скажем, вот бедро, да, длина бедра, это 1/3 длины бедра, получается, докуда идут вот эти вот ягодичные мышцы крепятся. Вот тут тоже их можно, они крепятся, кстати, сверху. Вот тут тоже можно их прощупать и найти, где вот это вот спазмированный участок. Вот, кажется, здесь, да, нажимаем. 10 секунд считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И отпускаем. А теперь вот тот обещанный метод, когда мы растираем эти места, да. Вот мы нашли где-то сгустки вот эти, да. И, соответственно, выбираем это место, да, и сильно внедряясь в него, растираем, растрясаем. И перпендикулярно росту мышц, вернее, перпендикулярно волокнам этих мышц, мы делаем срыв такой. И вот здесь, например, да, и вот здесь. Если у человека действительно там все зажато и болят вот эти мышцы, да, можно положить его немножко боком, повернись сюда боком. Да, вот так. Эту коленку к себе. Вот так вот немножко развернули его, да, и прорабатываем вот эти вот места на срыв перпендикулярно волокнам мышц. Вот, не хватает у вас, ну, достаточно это жесткая работа, да, просто я говорю, этот случай крайний для обостренных ситуаций. Вы понимаете, да? То есть это, в принципе, не каждому надо делать. Либо локтем, да, вот мы находим, где вот этот вот пучок идет, да, на него, на центр. И срываем. Или ложись обратно. Вот, например, вот эта мышца грушевидная, да. Грушевидная, она внутри под ягодичной находится, там глубже, на самом деле. Вот мы ее находим, да, серединку этой мышцы. Разминаем, растрясаем и на срыв уводим. Вот такие у нас такая скорая помощь в выстреленных методах, когда идет прям болевой синдром серьезный. А в следующем сессии вы увидите еще работу с ягодицами.